На прямой связи со студией наш корреспондент Надежда Сережкина. Надежда, здравствуйте. Рассказывайте, можно ли уже расстаться с надоевшей за зиму теплой одеждой? Здравствуйте, Ирина. Ну, действительно, в столичный регион пришла весна. Столбики термометров будут показывать на этой неделе до 8 плюс 9 градусов. Стоять! Иди сюда! Эй, стой! Ну, судя по всему, связь с нашим корреспондентом прервалась. Сейчас мы снова попытаемся с ней связаться. Бы удалось наладить связь с Надеждой. Так, ну, как я вижу, никто не пострадал из съемочной группы. А, ну вот, микрофону немножечко досталось. Так, Надежда, вы меня слышите? Ирина, ну, как я и сказала, погода действительно отличная. Подходит для прогулок с вашими собаками. Ну, а на этом у меня все. Оставайтесь с нами и вместе интересно. Ну, на прямой связи была наш корреспондент Надежда Сережкина и пес, который, сам того не зная, попал в прямой эфир.